Добрый день, мои любимые, добрый день, мои дорогие. Вот честное слово, сегодня пришла как будто вооруженная. Перчатки купила. Щетку купила. Это купила. Мочалки новые купила. Потому что хочу кое-что сделать. Но тут, как всегда, что не возьмешь, надо драить, девочки. Надо драить и драить и драить. Посмотрите, в каком состоянии это. Ну как вот сюда я могу поставить что-то готовить? Я не знаю, девчата. Вот, или у меня что-то не в порядке, да? Как можно сготовить что-то, да? Не помыть и поставить его туда, а? Говорю моему сыну, сюда иди. Это что? Он мне такой, ой, тетя, я не знаю. Я говорю, а кто знает? Кто знает, с кого мне спрашивать это, а? Ну это разве нормально, а? Это же не нормально, девчата. Вот, не знаю, клянусь, я вам зачем поклялась? Вообще говорю, вот нервы мои просто уже на пределе, девчата. Это же элементарно. Просто не хочешь помыть, да хоть вот тут оставь. Ну не вот так, понимаете? Ну не вот так. Как можно вот так безалаберно быть, а? То вы видели же кастрюлю с плесенью в холодильнике будет, пока вот эта чокнутая не придет и не уберет. Но это же так быстро уходит. Особенно, когда ты только сготовила. Это же как делать нехера уходит. А эти же пиндюрки такие дорогие, девчата. Эти перчатки спрячу. Прячу, девочки. Да тут хоть жопу засунь, у тебя найдут они. Зато будет вот здесь тарелка грязно лежать, они это не видят. Как-то интересно получается, девочки, а? С кем там дедушка разговаривает? Я думаю, что мой муж пришел, что ли. Ой, его тоже отругала, говорю. То, что к отцу пошел, спросил, чем помочь. Не надо. Короче, вот так, девчата. Какой ужас. Короче, помыла. Помыла, помыла. Это же просто что-то, девчат. Тут еще продукты свои проносишь. Тут еще... Понимаете, элементарно. За собой помыть. Вот ты испачкал тарелочку. Вот ты только. Это я всем говорю, кто ленится. Ты только поел, вот сразу ее помоешь, там делать нечего. А если ты ее оставишь, она подсохнет. Так у тебя и время больше уходит. И это такой грех оставлять грязную посуду. Вот честное слово. Hola, mi amor. Это мой муж, мой муж. Надо, а кит на ванду? О, девчат. Так, сейчас я поговорю со своим красавцем. Привет. Девочки, смотрите. Сразу видно, что они трогали это. Даже это уже они меня испачкали. Посмотрите, как можно вот это испачкать. Короче, девчата, хочу вот это газовое, которое вот здесь есть, вот эта штучка. Она настолько грязная, девочки, да? Она настолько липкая. Я сюда поставила салфетку, да? И вот эта салфетка здесь, короче, вот хочу, чтобы она чуть-чуть актуарилась, короче. Как там будет? Короче, пропиталась в этой херне, да? И вот этим сегодня хочу заняться. Потому что ее двигать я не хочу. Мне, во-первых, нельзя. И здесь мой муж стоит как надзиратель, да? Смотрит. Я же щеточки купила, девчат. Теперь у меня жизнь поменялась. Теперь у меня щеточки есть, девчат. Вот так, которые держатся. Перчатки есть, хоть маникюр не будет портиться. А то... Ой... Чуть-чуть вот так потру, чтобы равномерно везде было. Ой, девчата, на глазах уходит.
на глазах уходит. Вот видите, что такое щетка. Я чуть-чуть слабенько вот так. А? Будет чики-пики. Вот так. Эта жидкость стала уже желтая. Эстеван, кохолю гравами, порфа. Дай лаульта ла камера. Я говорю, Эстеван, возьми-ка. Возьми на камеру, снизу надо держать. Ой, девчат, дай лаульта ла камера. Мира, аси, ла претес аки. Но, ту понгас аси. Эс интеллигенте, понь на брасу по ваху. Ту брасу аваху. Я ahora con esto. Así. No, pues ¿qué haces? No, mamá, eres tú la que la da. Ahí, ¿no? Así, sí. Y acércate un poquito para que ellas vean que a María. Смотри, que девочки. Вот так. И коробка живет. Ой, она скользит, потому что, видать, ой, там снизу тоже грязь. Я уже тут раз печку мыла, вы же видели сами. Здесь какая-то машкара стала. Это, наверное, ой, ай, Аллах, Аллах. Я же говорю, девочки, тут вот так. Начинаешь с одного, переключаешься на другое. И вот так, короче. Понимаете? Кто понимает, тот понимает. Это невозможно, девчата. Хочу лестницы помыть. Вот никак не выйду я с этой кухни, а? Вот никак я не выйду отсюда. Но это что такое? Ну разве можно вот так запускать? Я же здесь такой блеск сделала до этого. Здесь же было такое чики-пики, девчат. Ну это что такое, а? Но раньше у меня не было щеточки, теперь у меня есть щеточка. Теперь у меня есть щетка. Как хорошо, давно надо было. Вот эти места, это же так некрасиво смотрится, когда они такие черненькие. Даже они не черные, они желтые. Понимаете, так с этой стороны. Вот так. Понимаете, они сейчас чуть-чуть войдут туда, сделают свой эффект. И будет хорошо. И будет замечательно. Так, не знаешь, знаете, за что браться? Вот так, не знаешь, даже тут наверху, вот это черное. Это надо все швы, девчата, мыть. Понимаете? Это надо все швы помыть от души. Один день. И все. И вот так, по кусочку. Сегодня вот это сделаю, тогда завтра уже лестницу сделаю. Знаете что? Я вам сейчас покажу. Я в тот день видео снимала и обратила на это внимание. Вот на это, смотрите. Вот на это обратила внимание. Это же был... Это мне даже стыдно было. Видео делаю и думаю, о-о-о. Так. Вот это мне было так как-то не по кайфу. Я говорю, о-о-о. Они же, наверное, это пальцем трогают постоянно. Пока там будет вот это обтвариться.
Вот так. И вот это. И вот это, девочки. Вот так. Ну, это совсем другое дело, нет? Ой, да здесь тоже. Надо опалю плюс. Тут тоже, девочки, вот смотрите, понимаете? Вот я же вам говорю, одно берешься, да? И вот начинается, начинается и начинается. И говоришь, блин, сегодня же хотела я только с дедушкой пообщаться. На него внимание уделить, да? Потому что эти же места так сильно заметно бывают, понимаете? Это же так заметно, где вот дверь держат, ручки. О-о-о! Мамочки! Ну вот так! Эта щетка, наверное, сбежит от меня. Но я ее провяжу куда-нибудь, чтобы не чухнула. Ой, мамочки, девчат, не знаю. Вот я же вам говорю, и вот так, и вот так. И вот так у меня весь день проходит, а потом я говорю, почему я такая устала, что я такого сделала прям? Девочки, дело не в том, что вот ты там пришла, там уборка, девчата, что там, устаешь, что ли? Да, ну, конечно, это же с наслаждением делаешь, но просто... Когда вот так часами трешь, ну посмотрите, как по-другому. А кисено-то. Смотрите, вот тут тоже. Вот тут тоже. А это они, наверное, ногами давали тут. Понимаете, вот так, ногами. Это же... У меня, где я убираю, в подъездах так нету, девочки. Понимаете, в подъездах так нет. Так это же...
Смотрите, ребят. Понимаете? Короче, все из задницы начало. Потом его просто полоскнуть хорошей водой, горячей. Я представляю, тут какая грязь. Ну вот. Но хоть чуть-чуть, нет? Так, тут все надо, девочки, все. Понимаете, все надо. А. Ну, по-другому, мне кажется. Синотавер, да? Угу. Я говорю, что он заметил, он говорит, да, да. А, ми мама, ну. Мимо шуно, что она пегана диария. Конечно. Вот так. Вот так. Я уже о розетках не говорю, как можно побелить и розетки побелить. Не знаю, девочки. Ну, вот это, я же вам говорю, я вот это хочу сделать. Вот это чуть-чуть отшкурить. Вот это. И вот здесь немножко, да, вот этим пластером, да, девчата. И вот чуть-чуть освежить, да, побелить, да. Не так уж это все. И можно сделать намного. Ну, просто, девочки, бедным быть не позор. Нет. Вот грязным быть позор, потому что никто вам не говорит, купите. О, какой кошмар, смотрите сюда. Здесь же собака, да? Видать, она. Ужас. Короче, вот так, что? Вы опять начинаете. Здесь а мужчины, ну, конечно. Здесь не мужчины, здесь свиньи. Понимаете, здесь свиньи. Потому что другого слова нет. Сейчас наберу горячей воды. Ой, моя бедная щетка. Я не беспокойся, тебя так мучить много не буду. Просто боюсь, что чухнет. Как удобно. Сейчас вот чуть-чуть полоскну. И вот эти вещи тоже полоскну. О, идите сюда, смотрите, посмотрите на эту воду. Понимаете? На чем? И знаете, это незаметно. Потому что это никто не видит, это никто не замечает. Вот это, а я, вот у меня глаза туда идут. Вот у меня просто идут туда глаза. И не могу с этим ничего поделать, понимаете? Не могу. Вот. Каждый раз, как я прохожу, я смотрю вот на это. Это разве можно вот так оставить? Потому что я же тут тоже готовлю. Понимаете, это же я своими. Дышу этим всем. Все равно я думаю, что намного будет лучше. Хуже не будет. Но хоть дезинфекция будет, понимаете? Потому что эта грязь уже 100-летняя. Я все это понимаю так. Давайте сперва вот это вытру. Смотрите. Вот вы видите, да? Это все отсюда вышло. Вон на пауза. Девочки, этой железкой не могу. Хорошо уходит, да? Но она и краску убирает. Видите, да? И не знаю, что лучше, краску отодрать или вот эту желтизну отодрать. Вот не знаю. Ну вот так вытру щеткой, она уже. А
она уже... Она уже пропиталась, понимаете, девочки? Она уже как будто с ней родилась. Ну, хоть к рукам не липнет, понимаете? Хоть к рукам не будет липнуть. Хоть тряпку могу сюда какую-то постелить, и она не будет прилипать. А то же она прилипала, девочки. Вот так. Короче, сейчас, когда закончу, вы посмотрите сзади тоже. Это же надо помыть все, высушить. Понимаете? Короче, сделаю, девочки, сейчас. И потом я вам результат покажу. Окей. Вот так. Ребята, я же вам за дверь говорила, помните, за этот... Не уходила. Вот посмотрите, антижир бросила. Вы посмотрите, как такая стала чистенькая такая. С этой стороны тоже сейчас налью, потому что здесь такие узоры вот на ней. Так, оно покажет она или нет. На ней, короче, какие-то полоски, она не уходит. Посмотрите, дверь как блестит, а? Короче, вот так, девчата, кафель помыла как смогла. Эту вещь отодраила сюда, вот эту пиндюрку. Даже мусорное ведро помыла. Какое красивое ведро, девчата. Я только сейчас заметила, как оно блестит и все. Я его помыла, отодраила. И снутри все, новый пакет поставила. Если он ушел, мусор выкидывать. Так, я вам показывала включатель и все. Такая сейчас подметаю, смотрю. Я говорю, мамочки, а это что? А? Это как оставить? Так что вот его сейчас тоже набрызгаю. Потому что тут вокруг все такое. И вот, его набрызгаю. Чуть-чуть оставлю, сейчас помою, ну вот все, понимаете, я вот стараюсь, да, девчата, из него что-то сделать, вот из этого всего, да, но вот, ну не получается, ну а что делать, я то, что могу, делаю, девчата, не осуждайте меня строго, да, по-другому, там кафе кусочек тоже помыла, эти дверцы тоже протерла, короче, вот так, девчат, стараюсь, да, но не по... из этого, тут нужен ремонт, девчата. Потолки нужно сделать. Это не только потолок, девочки, да? Так это крышу надо, понимаете? Крышу надо чинить. Крышу не починишь, а ток-то какой? Вот это бесполезно. Набрала горячую воду. Ребята, скажите мне одну вещь. Вы когда-нибудь видели, чтобы мыло было грязное? Мыло было грязное. Вот я увидела. В этом доме все увидишь. Набрала горячую воду, налила белизну с мылом, да, свои там, ну, есть вот это, которое я покупаю. Это я спрячу сюда. Ну, чтобы, да хотя, такие вещи они, наверное, не тронут. Им это даже не понять для чего. Ну, так, девчат, уже закругляюсь, мне за ребенком в школу надо. Вот так, чуть-чуть попотела. Девчат, 4 часа я тут занимаюсь для кого-то ерундой, для кого-то помощью. Вот занимаюсь помощью, да, этому моему сыночку, моему дедушке. Для меня это помощь, девчат. Кому как. Для меня это я помогаю. Это платье заберу, постирать. О, чтобы не упало. Вот это помою. Коридор тоже протру, потому что в коридоре тоже Адам сказал такой запах. Короче, вот так. Ручку помыла, сразу заметно, девчат. Это же невозможно было трогать, понимаете? Она такое давала чувство. Везде все как попало. Какую-то железку там они прибили, я не знаю, для чего они ее прибили. Вот она, вот какой смысл этой железки? Вот ее же нужно уже убрать, понимаете? Вот она вот для чего она? Она штука, этот царапает. Если она нужна, ну сделайте уже хорошо.
Дверь тоже ни хрена не закрывается. Что за дверь? Где они эту дверь выкопали? Все, все как попало, девчата, все. Дом в таком месте хорошем. Все. Вот честное слово, чем вот это говно иметь, можно было бы продать хорошую, широкую. Даже можно дом купить на эти деньги, девчата. Но только не в центре, конечно. Чуть-чуть подальше, но в городе можно хороший дом с ремонтом. С ремонтом. Раз вы не способны сделать этот ремонт, потому что вы никогда его не сделаете, так купите уже с ремонтом. Вот и все. Понимаете? Ну, нет же. Он будет говорить, это моя жизнь, я тут женой жил, моя жена тут родилась, этот свекровь моей, бабушка моего Адама, вот так скажем, бабушка моего Адама, ребята, в этом доме родилась. Это ее дом, родительский. Вот, этот родительский дом, ребята, они выкупили. Поняли, да? Они его выкупили с мужем. Братьям дали свою часть, потому что я потом узнала. Они его выкупили. Так вот, за большие-большие деньги. Потому что вот я не знаю, что тут есть. Вот умирают они все, вот все эти родственники. Они только у Адама наверху, оказывается, 8. Я думала, 7 комнат. 8 комнат. 8 комнат. Так это можно все поймать, здесь квартиру могут. Им предлагали, да они не захотели. Вот, девчата, подожди, я в перчатках. Пол блестит, все блестит, девчат. Сейчас коридор тоже помою. Вы посмотрите, в коридоре какой мусор, девчат. Понимаете, я же ничего не выдумываю. Видите, да? Вот это все надо помыть хорошенько. Горячей водой, все. Все это тоже мыло. Вот видите? Ну хоть. А вот это не уходит, девчат, я мыла. Это не уходит. Как-то вот так, девчата. Короче, не прощаюсь, девчата. Сейчас закончу. Думала, закончила, девочки, потому что полы все помыла, все. Думала, закончила. Смотрите, девчата. Ну как вот это оставить, а? Посмотрите на это. Видно, что вот как вот это оставить? Да нет, не могу, девочки. Сейчас помою. Не могу, это же просто ужасно, понимаете? Вот. Он же хочет, наверное, воду выпить. Так же, как и мы, чистую, и все. А тут как раз и выпьешь эту воду. Это же... Даже собака, наверное, брезгует. Сейчас помою. Я чуть руки свои не убила. Это не уходило. Потом я подумала, легче было бы новую купить. Так, сколько я ее драила. Девочки, я вас уверяю, посмотрите, я ее замочила, и то все не ушло. Это сколько лет она была в таком состоянии? А? Щеткой, железкой. Бедная собака, тут это вообще... О! Я вообще не знаю, пускай лучше уже собака с лужи пьет, чем вот так. Здесь даже у них скотч, который вот тут клеится. Даже этот скотч, девчата, так и был, как купили. Я же говорю, посмотрите. Ну, это же другое дело. Кошмар. Вот только вот хотела снять, девчата, не получилось. Пока пошла за этим. Собака голову не убрала, воду пила, девчата. Вот голову не убрала, воду пила. Я подумала, несчастная. Она, видать, поняла, да, что все так чистенько. Ну, вот и все, девчат. Разлила чуть-чуть уже на воды. Пол помыла, все помыла. Че? Я смотрю, он переживает. Я говорю, что ты переживаешь? Он говорит, я купил и не нахожу. Я говорю, что ты купил? Он такой, я потерял. Я говорю, что потерял? Скажи мне. Какое зеркало? Сейчас это тоже. Вот я отсюда у него люблю что-то. Он говорит, нет, дочка, нет. Нет, все потеряно. Что потеряно? Ну скажи мне, дедушка. Он такой, от бритвы говорит, это все. У меня, говорит, я хотел купить, я купил, не знаю где. Я говорю, так я видела, говорю, ты пришел сюда, его вовнутрь поставил. Он такой открывает и говорит, да-да-да, вот это, вот это, вот это. Я говорю, а вот это выкинуть нельзя, да, раз уже нельзя, ну ладно.
Вот это он, короче, сегодня, видать, купил. Это купил, и вот это купил. И вот это. И он, бедный, переживал, девочки, что он. Главное, они потом себя любят. Смотрите, ДАФ покупают, хорошее покупают. Ну, хорошее-хорошее. А это, наверное, это пустое, да? Ну, как всегда, вот это пустое. Нахер она нужна? Она же пустая, ты же ей не пользуешься. Это, наверное, для чего-то нужно. Хотя для чего, не помню. Это, короче, выкинуть. Сейчас зеркало тоже помою. Пол помыла, думаю, уже тут высохло. Так, это пока сюда сейчас помою. Оно тут высохло или нет? Нет, тут еще не высохло. Когда высохнет, зайду. Девчата, вот, сделала кушать. Верхнюю никто не знает. Вот мужики не знают, как верхнюю. Сделала курочку. Ой, Стеван за мной пришел. Короче, поругала их всех, наехала на них всех. И кем era en la puerta? Que falla. Пакеты para quién? Все, девочки, не могу. Не могу, уже даже муж меня ругает. Посмотрите на мои руки. Кого-то вот в воде столько времени были. Аж приятно посмотреть, как блестит, а? Как блестит. Короче, иду переодеваюсь, девчата, наверх. Ой, это меня муж ругает. Так я и не помыла лестницы. Короче, помою завтра, девчата. Завтра приду унитаз дедушкин, помою унитаз. Просто атас, девочки, атас. Атас. Здесь хоть пыль. Адам говорит, я тут сижу. Я говорю, правильно делаешь? Хоть следи за тем, что сделано. Так, мои любимые и мои друзья, я вас оставляю ненадолго. Бегу в школу, девчата. Мне надо ребенка забрать. Пока, мои дорогие.